В Усть-Майском районе план по заготовке сена выполнили чуть больше, чем наполовину. Причина – очень дождливое лето. И в настоящий момент невыполненный план – главная проблема в районе. Подробности у наших корреспондентов. Неблагоприятная погода этим летом в Усть-Майском районе разыгралась не в пользу крестьянским хозяйствам. Из запланированного 4300 тонн по заготовке сена выполнили только 2921 тонну. Над этим вопросом управление сельского хозяйства уже ведет договор с Амгинским и Мигино-Кангалакским улусами по приобретению сена и собирается доставить с первой дорогой зимника. Все мы знаем, в этом году у нас трудный год был именно по сенозаготовке. Это два раза прибыла вода, потом дожди, поэтому люди очень поздно вышли. Некоторые даже начали сенокошение в сентябре месяце. Помимо этого у нас еще план есть завоза консервированных кормов фуража в объеме 250 тонн. Для сохранения с трудом скошенного сена и сохранить его качество до весны управлением сельского хозяйства было выделено 10 тонн кормовой соли крестьянским хозяйствам. Но в августе месяце мы еще вот перевезли навигацией 10 тонн кормовой соли, 7 до хозяев доставлены. Что же касается картофеля, то план выполнен на 90%. По сдаче молока план выполнен полностью. В грядущем 2017 году планируется программа по развитию сельского хозяйства в Усть-Майском районе. Будет финансирование в размере 6 миллионов рублей на приобретение крупного рогатого скота, коней. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.